14 июня. В Москве 12:47. А за окошком, друзья мои, вы видите солнце, легкую пасмурность, прохладное лето продолжается, и оно будет продолжаться с завтрашнего дня, с 15 июня. Начнутся пасмурные дни, к вечеру дожди, грозы, в ночь дожди, грозы, но солнце будет радовать вас только от силы мысли и взгляда. Не купайтесь в пьяном виде. Это вам добрый совет. Лето продолжается, и оно будет прохладным. Здоровья всем, мира, добра. Берегите себя. Кому-то нужна помощь, и вертолет полетел на помощь. Может, кто-то утонул, а может, перегрелся на солнце. Берегите себя. Вечером звезды.